Жители села Жимускер в Карагандинской области на свои деньги установили целый мемориальный комплекс, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны. Средства собирали, что называется, всем миром. Денег хватило на установку мемориальной доски и двухметрового памятника молодому воину. Из аула Жимускер в годы Второй мировой на фронт ушло 170 человек. Большая часть тех солдат с войны не вернулась. На торжественном открытии памятника присутствовали практически все жители села. После презентации сельчане устроили поминальный обед. Каждый день к нам в аул приходили черные конверты, похоронки. Весь аул не мог сдержать слез. Это большая трагедия. Мы тогда были маленькими детьми и почти ничего не понимали. Дети и внуки участников войны даже создали специальную комиссию для того, чтобы установить этот памятник. Посмотрите, как здесь красиво. Я думаю, этот поступок станет примером для других, и скоро на территории области станут открываться новые памятники.